У гэтым годзе масштабная рэканструкцыя на Гомельшчыне праходзіць у двух гарадскіх пасёлках Брагіне і Камарыне, гэта населены пункт таксама Брагінскага раёна. Агульная сума выдаткаваных на гэтыя мэты сродкаў 30 мільёнаў 472 тысячы рублёў. Прычым гэта не толькі бюджэтнае ўкладанне, а апрача таго значную дапамогу аказвае мясцовае насельніцтва. Раз на тыдзень у Брагіне праходзіць так званы чысты чацверг. У дадатак да яго тут абвясцілі яшчэ і месячнік па наведзенні парадку. У рамках месячніка кожную суботу мясцовая арганізацыя выходзіць на суботнікі. Такая дапамога мае некалькі плюсаў: ад эканоміі бюджэтных сродкаў да далучэння прагінчан да навядзення парадку на сваёй малой радзіме. Урэшце, калі робіш сваімі рукамі, то і адносіны да заробленага больш беражлівыя. Увогуле, у рамках добраўпарадкування ў Брагіне неабходна рэканструяваць каля 50 аб'ектаў сацыяльнай сферы, гандлёвых арганізацый і транспартнай інфраструктуры. Аўтастанцыя першы аб'ект, уведзены ў эксплуатацыю ў рамках гэтага працэсу. Здесь было очень много непонятных комнат. Мы ушли от этих непонятных комнат, сделали комфортный зал для того, чтобы человек действительно мог зайти, отдохнуть, посидеть и купить билет и дождаться своего автобуса. Перед початком реконструкции транспортники провели опытание пассажиров, что яны жадают бачить на обновленном объекте. Не опошню чергу по этой причине на автостанции открыли властное кафе. У Гомель або автотрансе кажут, что перед открытием представники предприемства наведали местовые гандлевые кропки, после чего цены на той шкаву и чай установили больше низкими, чем у инших. И еще один плюс открытия кафе – створение двух новых працовных мест. У Вогуле реконструкция Брагинской автостанции обошлась Гомель або автотрансу крыху больше, как 200 тысяч рублей, причем еще 50 тысяч сэкономили дякуючи проведению работ силами уласного будовничего филиала, передача символичного ключа и традиции на перерезание сушки. Обновленная автостанция открыта. Что день отсюда будут отправляться 9 международных и 12 пригородных автобусов. Каждый месяц они будут доставлять у иншие населенные пункты Беларуси около 3000 человек. Пассажиры ждут от нас только хорошего отношения. Пусть лучше у них поднимается настроение от нашей улыбки, от нашего хорошего отношения к ним. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Брагина.